Так, ребят, всем привет еще раз. Сегодня хочу посмотреть на BMW. Слетело стекло правое со шлицов. Вот, и когда отпускаешь, она, короче, стекло падает. Вот. Сейчас разберу, посмотрю, в чем причина. И буду снимать, показывать. Поэтому смотрите, будет интересно. Поехали. Вот, ребят, у нас само стекло. Вот мы его опускаем, вот оно падает. Вот так стекло. Сейчас мы снимем обшивку. Разберем. Начали уже снимать. Сейчас до конца мы ее все разберем. Посмотрим, в чем может быть причина. Вот. Сейчас я обшивочку сниму, я вам покажу, как у нас здесь получается. Два болтика, вот они там виднеются, тут, здесь, вот, и будем ее снимать. Вот. Так что, ребят, смотрите, сейчас все покажу. Так, ребят, разобрали мы дверь, здесь у нас аэрбэк стоит, вот, вот у нас в чем причина, слетело с пазов стекло и погнуло вот этот автоматику. Вот она слетела. Сейчас попробуем мы обратно поставить. Там она внутри ходит, вот это все. Вот, сейчас мы обратно попробуем поставить. Вот это обратно выгнуть. И будем уже смотреть, как она будет ходить. Все тут смазано у нас, в принципе. Вот, а так проблем вроде нет. Все работает. Сейчас будем смотреть. Ну все, мы починили. Вставили мы стекло в пазы. У нас здесь паз, вот сюда руку суем. Вот здесь. И мы уже, у нас доступ вот здесь, угол стекла. Если опускаем до конца, здесь угол стекла у нас. Вот. И с той стороны, вот здесь поправляем. В итоге мы вниз отпускаем, вот так вот, получается, стекло у нас стоит. Мы его вот так вниз делаем, вставляем вот здесь сбоку в паз. И потом уже в обратку туда его вставляем. Вот, сейчас я вам покажу. Вот она поехала. Стекло. Вот здесь у нас он скривился что-то, может быть, когда он вылетел. Сделано, конечно, здесь через одно место. Вот, они бывают, вылетают вот эти вот здесь штуки. Вылетают. Ну и здесь такая же хрень. Вот она у нас согнулась, и походу она вылетела. Вот, я ее выпрямил, поставил заново. Все, смазал опять заново. И стекло вроде работает. Также поставил ее туда, она защелкивается. Также ее можем с усилием раз, обратно она щелкнется и туда защелкнется. Вот, ну и в итоге все как бы вроде работает. Все, все в пазу, все хорошо. Вот. Сейчас обратно соберем мы панельку. Ой, панельку. Обшивку соберем обратно. Положим, все прикрепим и так далее. Так, ребят, ну на сегодня все. Вот такое коротенькое видео, как сделать стекло с правой стороны. В итоге, в принципе, там не так уж и сложно, как я думал. Вот, там просто выскочила, у них болезни эти тоже. Надо просто взять, ее вставить, либо саму железочку, вот эти, которые полосы, которые вот эти идут, надо просто чуть-чуть подогнуть ее вправо, ну, туда, вовнутрь, чтобы она ходила и не выскакивала, потому что когда вверх поднимается, и оно само чуть-чуть выходит наружу, отходит. В итоге она слетает, и стекло падает. Туда ее подгибаете, и все, и оно будет ходить туда-сюда, и вообще без проблем. Всем спасибо за просмотр, ребят. Всем пока.